дорогие мои, всем доброе утро. Мы сейчас едем в город Темпа на концерт Стинка. И вот я еду и думаю, отдохни, Алена, вот просто выходные, сегодня у нас суббота, 9 утра, отдохни и ничего не снимай. Но нет же, руки тянутся, хочется поснимать, вам все показать. Будет мини-влог, я вас беру с собой, буду показывать, что там в Темпе. Я никогда не была. У меня родился, кстати, там муж, но он там был последний раз, когда уехал маленький с родителями из этого города. И, конечно же, покажу концерт Стинга. На разных жизненных этапах он был всегда со мной, особенно трек Desert Rose. Могла переслушивать на репите по несколько раз. Напишите в комментариях, пожалуйста, какая ваша любимая композиция у Стинга. У нас мини-остановочка на заправке, сходить в туалет, и у кое-кого маленькая авария. Пролилось кофе, капли на светлые штаны. Не у меня, я в черном. Сейчас снова поедем. Жарко сегодня, лежайка. Пока едем, хочу ответить на вопросы. Вот вчера буквально прочитала: Алена, как вы успеваете во всех соцсетях быть, отвечать, выкладывать контент? На самом деле ответ прост. Это как в бизнесе, просто делегировать. И вот здесь я благодарна своей сестренке Вике, потому что она у меня супер предприниматель, супер умная. Она мне помогала, так сказать, выстраивать мой бизнес, потому что социальные сети, вообще Инстаграм, все, чем я занимаюсь, это настоящая работа. И вот на своем, опять же, мастер-классе я тоже про это говорю, как можно масштабировать, как можно генерировать, как можно из этого начинать зарабатывать, даже имея маленький блог и так далее. У меня есть все соцсети: ВК, YouTube, Pinterest. И вот в каждой соцсети есть свой менеджер, который отвечает за выкладку контента, за коммуникацию. Конечно же, я там тоже присутствую, я отвечаю, я все вижу, но меня физически бы не хватило, если бы я делала все абсолютно одна. И я на самом деле горда и могу громко заявлять, что у меня есть команда, потому что те люди, которые говорят: я все сам, все сам, все сам, но я могу только поздравить, я могу представить, какой это колоссальный труд. Это приведет к быстрому выгоранию. Поэтому у меня есть замечательные люди, которые мне помогают масштабироваться. От меня лишь задача делать контент, быть, как говорится, в ресурсе, создавать, творить, что, собственно, я и умею делать, и я хочу делать, и мне безумно это нравится. С приходом нового человека, то есть человек должен тебя разгружать, а не загружать. Хвала ей, огромная благодарность моей Вике, потому что она мне помогает по сей день по ту сторону экрана работать с командой, потому что я в этом не сильна, я больше творческая личность, а она более такая структурированная. Если у меня где-то есть какие-то затыки, все вопросы к ней. Викуша, тебе большой привет. У нее есть классная, это не программа даже, а продукт, манимейкер. Ну, в общем, на ее странице можно обо всем этом посмотреть. У нее прям кладезь информации. Вика, она про мышление, про бизнес и так далее. Я больше такая воздушная, легкая, творческая. Что, дорогие мои, спустя чуть больше 3 часов мы добрались до места. Мы, на самом деле, смотрели неделю назад погоду в Темпе. Должен был быть дождь и холодно. Я оделась для прохладной погоды. На самом деле, очень тепло. Мы счастливчики. Вы посмотрите, сколько народу. Мы припарковались прям рядышком. Счастливчики, пошлите гулять. Так вкусно пообедали, просидели почти 2 часа. Время без 24. Мы еще даже до отеля не доехали. Сейчас здесь погуляем по шопинг-эре и поедем в отель заселяться. Немножко отдохнем, примем душ, переоденемся и на концерт. Зайка, ты устала? Пошли. Такой вот дверкой находятся номера. Мы идем. Какой у нас номер? У нас 12-й. Мы заселились. Лежим, отдыхаем. У нас
нас час до концерта остался. Я разряжаю свой адаптер, чтобы в самый неподходящий момент не разрядиться, и у меня муж смеется. Если, говорит, у тебя спросит, почему именно ты выбрала этот номер, потому что этот номер самый милый номер из всех, где мы за 6 лет остались. Он прям действительно мимимишный, у него розовые обои такие в полосочку, такая кровать милая. Скажи, что ты выбрала, потому что здесь, говорит, есть холодильник Смэк. Ой, я не могу, он с меня смеется, я с него. На самом деле, очень классный номер. Мы здесь всего переночуем, уже завтра, получается, будем выезжать. Но если мы вернемся в Тампу, мы обязательно здесь еще раз остановимся. И у меня ребенок устал по имени Счастье. Она просто без задних лап. Ну что, дорогие, вот мы и готовы. Надела яркий жакет, но в нем сейчас жарко. На самом деле, я сниму. Буду, получается, в кожаном корсете, в брюках и удобных туфельках. Одни из моих любимых. И взяла вот этот жакет. Я в нем была однажды, всего один раз носила. Мне кажется, он такой прям вот концертный, яркий. И чтоб стенка меня увидела из зала. Будем танцевать, петь. И за нами уже приехал такси, и мы побежали. Все, увидимся на концерте. Мы, значит, едем на такси, и получается, чем дальше от стадиона дома, парковка $20. Чем ближе, $25. Я думаю, что прям совсем близко будет $40, наверное. И причем везде написано только кэш. Такой мини-бизнес. Люди подрабатывают. Как выглядит стадион, то здесь вот сцена, и у нас вот G-места достаточно близко. Мы простояли, наверное, минут 5, встали не в ту очередь, и в итоге там многих людей развернули, и вот мы все идем вообще с другой стороны, потому что у нас сидячие места, время без 15:07, так как здесь все большое и долго, надеюсь, мы успеем вовремя, хотелось бы еще в туалет сходить и напитки купить, а так нам так спокойно повезло, так тепло, прям душно даже. У нас, конечно, классные места, но не вау. С учетом того, что мы билеты на концерт покупали всего 6 недель назад. Мы близко, но вот есть ближе. Всегда, когда есть ближе, у меня такое, почему я не спереди? Но здесь огромные экраны, будет, думаю, видно все, если люди не будут вставать. Сейчас я покажу. Что за потрясающий день, что за потрясающая погода, что за потрясающее воскресенье. Ребята, мы выспались. Мы не ставили будильник от слова вообще. И нас даже не мучает угрызение совести, потому что на протяжении 3 месяца мы просыпались каждый день с будильником. Сегодня мы спали почти до 9:30 утра. Неспешно приняли душ, выпили кофе в номер, сделали чекаут, и вот сейчас загрузили вещи в машину и едем на вкусный, потрясающий завтрак. Одна из моих подписчиц в моем телеграм-канале написала место, и мы едем туда. Потом у нас будет мини-шоппинг, как обычно, по традиции. И все, и возвращаемся к себе домой в Джексонвилл. И про отель хочу сказать, что нам понравилось абсолютно все. Однозначно, если мы будем в Темпе либо в других городах, где есть этот отель, мы остановимся. Очень все на уровне, чисто, аккуратно и красиво. Мы сидим, ждем наш стол. Нам приносят, значит, кофе и такую вот булочку. Мы в лобби отеля. Красивое лобби, светлое.
хочу сказать про концерт. Стинг безупречен, его голос, его энергетика, но не хватало ощущения именно шоу, потому что стоит просто один артист, назовем это ощущение голости, и поет на весь стадион 70 тысяч человек. Но ты послушал одну песню, вторую, и все, мне, честно, стало очень быстро скучно. Но так как это первый мой опыт... That's it? Собачки здесь другие ходят, часть отвлеклась. Мысль такая, что этот классный опыт, но однозначно, он говорит, если ты хочешь вот прям шоу, какие здесь красивые люди, какие здесь красивые женщины. Если ты хочешь шоу, то нужно однозначно идти на концерт Бейонсе, где все постановочное, прям супер шоу. На самом деле классно, когда есть что с чем сравнить, но ощущение концерта стоило побывать, но в следующий раз я подумаю, идти ли на такой концерт. Хочется прям вот шоу красок, спецэффектов. Еще хочу сказать, когда я ехала сюда в Темпу, ехала без ожидания, ощущение, что будет какой-то маленький город, такая маленькая деревушка. На самом деле, ребята, какой красивый город, какие красивые люди, модные, стильные, какие машины, какие арт-объекты, какие отели, вообще все в комплексе. И что вот у меня в этот раз прям очень четко срезонировало, и я поняла, чего не хватает вот в городе, в котором мы живем, в Джексонвилле, это молодых людей. Здесь их очень много, потому что здесь университет, как мне муж объяснил, классный. Их больше, нежели в Джексонвилле. Джексонвилл все-таки люди постарше. Красивые все, нарядные. Мой глаз эстета, он прям не перестает впитывать вот эту вот роскошь. Прям вот город роскоши. Я увидела, на самом деле, один костюм, за которым пришла, но увидела вот этот комбинезон для спорта. Меряю. Смотрится симпатично, но в то же время как-то непонятненько. Такое сексуальное. Мне кажется, больше для танцев. Сейчас буду показывать мужу, что скажет. Но ему понравится. Ему нравятся такие вещи. Уже на обратном пути домой. Всегда немножечко грустно возвращаться, но мы еще вернемся в город Темпа обязательно. Нам понравилось. Хотим сравнить обычные выходные без какого-то большого ивента в этом городе и посмотреть, потому что эти выходные были очень загружены во всех кафе, ресторанах, магазинах. Из основного про магазины. Вчера мы гуляли вечером уже «Счастье» после концерта и увидели на витрине красивые образы. Я говорю мужу, давай зайдем сегодня, просто посмотрим. В итоге ушли с огромными пакетами. Чему для меня это важно? Потому что для него шопинг это всегда, как правило, был онлайн-шопинг. И сегодня моя миссия удалась, потому что много обновок. А ему понравилось делать покупки офлайн. Это на самом деле очень классно, потому что я человек, который всегда любит потрогать, посмотреть, примерить. И магазин, а это supply для меня. Вне времени вещи для мужчин, та база, та классика, которая, как по мне, должна быть в гардеробе каждого мужчины. Поэтому, девочки, обратите внимание, в своем телеграм-канале я поделюсь обязательно его образами, что мы взяли. Все вещи между собой мэтчатся, работают. Мне было безумно приятно спонтанно сделать такой влог. Надеюсь, все так же было интересно, познавательно, увлекательно. Обнимаю каждого из вас и до скорых встреч!